Возвращаемся к нашей теме. Там было очень темно. Не видно. Сейчас на солнышко попробуем сесть по новому. Здесь, да? Какой, старший? Да. Нет. Ну тогда кто из вас скажет мне, что в студии собрания около магазина? А сегодня взрослых не будет никого. Все уехали. Давай. Да не спеши. Красивый был. Зачем тебе глаза? Синяков понаставишь. Дальше какой, блин? А зачем ты черный? Возьми какой-нибудь яркий, покрасивее. Покрасивее. Красивее. Бери вот этот, это малиновый. Это будет красиво. Да черный, а что там с черным красивее? Она и так вся мрачная. Ей надо что-нибудь веселенького добавить. Ты божью коровку из нее как-то делать. Да. И вообще, пока ты ведешь репортаж... Она сейчас у тебя убежит. На смай уже, на мыльце. Вот уже. Три штуки. Одну уже начал. Ну и что это получилось? Взрыв на макаронной фабрике. Узор. Ну, она готова. Ну, кидай ее в банку. Най, она всю салфетку порвала. Ну, сейчас ничего. Можешь прямо на стуле вставать. Давай другую. Выбирай. Ну, возьмем сейчас вот эту. Так, вот сюда тут. Сейчас она у тебя падает. О, тут у нее пролом. Ну, ладно. Зато можно кружок нормальный сделать. Замаскировать или что? Как будто бы я его так красиво нарисовала. Как будто синяк. Да. Фиолет было. Мы еще никому не добавляли. Вот, а теперь яркий берите вам. Малиновый. Самый красивый. Этот? Нет. Вот большой. Этот? Да. Интересно. Это руки, что ли? Или ресницы? Это вообще такое солнышко. Да? Фантастическое? Да. Планета Железяка? Угу, Железяка, а не Шелезяка. У вас Железяка, у нас Шелезяка. И громадец какой-то, они штушек-утушек. На это ну, вот это, видишь, красиво как-то получилось. Угу.
Все, готов? Да. Банк. Берем последний. А ты еще просто не... С дровами. О, подожди. У него где-то печка спрятана. Не, ну это не будем снимать эту газопину. Ты спину рисуй, она там сама почистит. Выбрось вообще. Вот. А, ладно. Давай рисуй, пока солнце не будет. Яркий дед. Нормально. Вот красный возьми, а не коричневый. Этот плохо будет видно. У нас же улитка-кокетка. Она сейчас в соседнем участке сейчас будет показывать свои платья новые. Чего? Ничего страшного. Ну, как будто это, кровь у нее. Да. Как будто бы кровь. Отлично. Алое платье. Как маленький цветочек. Ты смотрел такой мультик? Конечно. Что ты задумал? Красотища. Смотри, мне еще надо вот это будет разрисовать. Вот это, да. Сейчас пойдут к тете Свете или к тете Тамаре. Кто пойдет? Улики. Мы тогда свои тебе можем интересовать вас. Ань, не отвлекайся. Я хотела сказать, нам ничего не надо. Потому что мы сами... Мы можем это купить и собрать, да? Угу. К примеру, я всегда папе помогаю. Молодец. Когда он кухню там собирает. Настоящий полковник. О, красиво. А дальше другим цветом продолжай. Вот от красного? От красного. Возьми какую-нибудь синий возьми. Маленький синий. Этот? Да. Хорошо. Честно, что чувствует улитка во время записи. Дальше можно зеленый. Смотри, даже на улице есть синий. Ярко-зеленый бери. Какой? Ну, светлый. Ярко-зеленый. Значит. Светлый? Да. Это самое красивое. Только под низом не очень красивое. Прям цвет травы. Трава у нас такая яркая. Цвет травы. Угу. Не зря такие. Улитка чёсар, как попугай получил. Угу. Только не чирикай. Угу. И клюва нет. Даже клюва. Клюв снаружи. Вокруг тела. Улитки есть руки, как думаешь? А что у нее? Панцирь, глаза. А что ты? Рожки. Ну это есть глаза. Mm-hmm. Глаза на рожках у нее. А еще у нее что есть? Mm-hmm.
На чем она ползает? Как это называется? Слизень. Ну, на чем она ползает? На улитке. Как улитка на улитке? Ну, как называется та штука, на которой улитка ползает? Кашки. Нет. Они появляются, когда она поест травы или яблоко, когда она съест. Ну, да, почему она ползает? За счет чего? Ай. За счет своего, своей головы. Ну, а еще чего? Давай последний бери. Я тут клади в ведро. Так. А эту положи в ведро. Там. Вместе с ведром забрала. Ну вот. Ее вот, пока мы это рисовали. Да ладно. Ничего такого. Эту улитку испачкали, на ней не будет писаться. Она теперь мокрая. Вытирай салфеткой. У меня будет рисовать. Салфеткой вытирай. Против шерсти. Там надо будет вытирать. Да это закрасть. Ты это, сырость вытирай, слизь вытирай. Да, вот. Ну, все вытерла. Сейчас ветром немножко, ну молодец. Сейчас она подсохнет, уже вылезает. Зачем ты бьешь? Так на чем ползает улитка-то? Как это называется? Ноги. Ноги. Только у нее одна нога. Какая? Вот эта большая. Вот это и есть нога. Да, это нога вся. Поэтому улитки относятся к отряду головоногих. То есть у них только голова и нога. И панцирь. И панцирь. Но поэтому их называют головоногие моллюски. Моллюсочку. Это в частности это сухопутная штука. Все, давай, рисуй. Бери желтый. Только какой новый, я не знаю. Ну не надо ей бежать. Пусть она ползет. Раскрашивай. Ай. Нет, ты лучше красный взять. Красный? Не, возьми красный. Ань, еле видно. Это очень нежный цвет. Это оранжевый. Ну, бери оранжевый, попробуй оранжевый. Бери, бери оранжевый. Куда скажи? Красный. Если хочешь оранжевый. Ладно. Ладно, возьми. Всегда плотно фломастер закрывай. Он выдыхает. О, да, вот. Реально. Кролик, что ли? О, ничего себе, подружка куда полезла. Шустрый такой. Не, ну зачем ты ей? Я бы в кино поместил. Так, а там будут? Сейчас запись, наверное, заканчивается уже скоро. Ну, такие мы художники. И у нас на участке будет красота. Красивые улитки. Мажорные улитки будут ползать. Их радовать. Вот раньше у нас таких не было фломастеров. И у нас все улитки, большинство, остались некрасивыми. У них краска сотрется, мы им сделаем новые платья. Распишем. Вернее, домики их разрисуем. Готово. Ах, красота.
городу. Ты не нарисовал, убери. Переубери. Все, все, все. Так и зеленый ты уже рисовал. Там фиолетовый можно рисовать. Будет красиво. Зеленый уже есть у нас. Я просто так. Фиолетовый. О, так красиво. Ты эти штучки можешь полосатые сделать. Вот раз, там рядом другой квадратик. Полосатый надо сделать. Ну, он здесь вот посюда. Он даже не боится, что его трогают. Пытается уползти. Не надо ее обижать. Я хочу на свою морду высовывать и ползет отсюда. Я хочу, чтобы она была красивая. Ну, это красиво. Как и ты тут. Тоже с кровью. Она тоже с кровью. Нет. Это помада. Яркая просто. Ладно, помада. Все, готов делся? Нет, еще. А еще что у нас по плану? Куда пошла? И вот тебе. Блин, надо зачерпеть. Ну-ка. Вот, возьму. Ты голубым между этими лепестками нарисуй. Еще. О, класс. С вами совсем весело. Теперь да. Вот, смотри, какая вообще получилась. Самая красивая улитка. Молодец, Саня, художник. Можешь, если захочешь. Можешь своего добиться. Точно. Добить эту улитку. Ладно. Угу. Да, ну, зачем ты это делаешь? Она ж теперь не увидит ничего. Ань, прекрати. Давай, дорисовывай. Хулиган. Могу я еще? Не надо, потому что это может быть химический ожог. Все нормально. Все нормально. Мы не почувствуем этот фломастер, а ей может больно быть. Как будто зеленкой ей намазали. Ну и пусть. Она может отравить таким образом. На панцире, когда твоим вонючим фломастером красили нормально. Ну панцирь-то это другой, он же костяной. Хитин. Ну, как ногти наши. Ничего не страшно. Женщина же красит ногти и не чихает даже. О, красиво, лицо получилось. Угу. Какая красотища. Все, складывай в ведро и отпускай. Все, на этом у нас мастер-класс по росписи улиточной закончился. Все, улиточки пошли гулять. Аня, художница, с вами прощается, потому что запись подходит к концу, больше места нету. Все, всем пока. Наш участок. До свидания.